это самый-самый-самый. Вы знаете, я да. Ни дни рождения, никакие, Новый год, ничего не берут. Это я выжила. Бодричком, а мы на вас равняемся. Зоя Владимировна Груздевич уехала на фронт добровольцем, как только началась война. Попала в разведку, была отправлена в Иран. Военный цензор. Все письма. За сутки 1500 писем прочитывала. Наш рабочий день был, знаете, 18-16 часов. Сидели, клевали, это дежурные ходили, нас поливали с чайничка водичкой. Там и встретила Зоя долгожданную победу. Этот день не забыть никогда, рассказывает ветеран. Ребята в этих кальсонах, завязки эти болтаются тут, рубахи на выпуск, пуляют, автоматы стреляют. Что такое, что че? Победа. Кричат все в один голос, и автомат весь вывалил, и мы напротив. День победы, победы. Какая победа, чего, где? Наша война закончилась, скоро по домам поедем. По жизни с улыбкой. Вырастила достойных сыновей, внуков, правнуков. Говорит, каждый день надо проживать в счастье. Ветераны знают, какой ценой оно завоевано. Видя такую замечательную женщину, Зою Владимировну Груздевич, я с огромным уважением к ней, вы знаете, такой просто бесконечный позитив. И хочется сказать, что человек улыбается, и вот это такая огромная энергия, которая передается людям. Таких людей, как Зоя Владимировна, нужно не только оберегать и ценить, считает Лариса Лазутина. У них необходимо учиться мужеству, патриотизму и бесконечной стойкости. Всех хочу поздравить еще раз самым, и не стесняясь этого, самым гордым праздником нашей страны, потому что годы идут, уходят от нас ветераны. Но самое главное, чтобы мы никогда не забывали самых главных страниц нашей истории. С праздником! Полина Бахова, Дмитрий Гаврилин, телекомпания «Одинцова».